Так. Марат, здорово. Сегодня рано стрим. Даже раньше, чем ты, наверное, думаешь. Я уже сколько стримлю по времени. Левшу скрытно риф... Это само не рфанули. Наверное, да. Сюда я не закину. Вот клиент мой, смотрите. Надо, чтобы он остановился. Не хочет. Там просто есть нюанс такой, он, если здесь сюда подожмется, то я уже в него стрелять не мог бы, поэтому я уже стрелял как есть. Ну, тоже не зазря. Смотри, там видели, срезали как конвея. Еще думал, за танк улетит, перед танком может не долететь. Думаю, выставлю ему в башню прицел, хоть бы шо. Артем Новиков, вот если ты спрашиваешь за М53, я играю только на топовой. А если за предыдущий бой, на немце 9 у меня сток. Там всегда сток стоит. Что этот прицел говорит? Все равно куда-то в сторону улетело. Что за полеты в сторону? Миразис, здорово. Спасибо за пожелание. Да, Серега, если ассист хороший, то артобат вообще тема, что называется. Куда вы кого вы спасать? Куда вы едете? Вот видели, да? Вообще же выстрел был неправильный сейчас. Должен был быть перелет. Почему она попала в время возьму? Я как бы доволен, но все это очень подозрительно. 60 ТП, ему уходить надо было давно уже отсюда. Теперь мне только мешать тут будет. Где тигр? Не, давайте будем хлебосольными до конца уже. Пока стою, не дергаюсь. Не проходит, я не знаю, вроде работал донат. Все, может, там что-то нажать надо, а может, тебя банк просто не пропускает, а может, надо выбрать тип платежа, я понятия не имею. Попадание. 55, вот это силище. Ветер, почему такое длинное КД и урон такой слабый? Да хрен его знает, так придумали. Может, так придумали.
не знаю, торт с его АД, он бы мог как-то еще и погнаться за ними. Эмиль. Все равно даже не понимаю, куда Эмиль мог поехать дальше. У нас там всех вырезали. Ждем. Можно было, знаете, что? Вот как раз хотел сказать, сюда перевестись и выстрелить. Его больше никто не видит. Ну ладно, тогда торт. Сколько у меня снарядов? 11. Давайте, сходитесь. Все равно они появятся. Не успею откадышиться к тому моменту. И надо назад сдать, чтобы не подсветили на выходе. Ага. Есть попадание. Постой, паровоз. Сейчас, ребята, к чату вернусь. Дайте не проиграть. Ну, тут артоводов вражеских можно понять. Ну, а торт где? Торт проявил скрытность. Путёра нашего глушит. Или глушат. Вот то, что немец уехал, это хорошо. Я теперь хоть поездить смогу нормально. Он там стоит, только мешает. Стоит же, наверное, опять здесь. Как думаете, или поехал? Снарядов есть еще. Артем Новиков, на топовой пушке играть. Если у тебя нет какой-то специфичной задачи, типа сколько-то секунд оглушения там и все такое, то играй на топовой. Вообще должны торта пустить вперед, сказать: друг, просто едь, умри как мужчина, и все. Накрыл. А, вон он, так и получилось. Просто едут и убиваются. Ну, собственно говоря, такое часто происходит. Пробитие.
1945. Надо было еще единичку дорисовать, чтобы было 1945, но у него хп столько нет. Представьте, это был единственный последний из фуловых, да, по-моему? Он же был в фуловых. А, вот еще. 900. Как-то вот так они пошли вроде правильно. Потом раз, все рухнуло. 5 снарядов. Да, если бы футюра там не было, нам бы уже труба была. Вот так. Я не знаю, зачем тигр вообще туда уезжал. Тихонько. 4 снаряда на 3 минуты, да, мне хватает. Арта у них уже видели там, у воды. Не вылазьте. Решетни некуда. Ай-яй-яй, промах такой. 2 минуты. Ой, а что ж делать? Ну, я даю, что мне. Так, минута 40. Ты сюда, я сюда. Накрыл. За трупиком можно стать. Но у меня есть еще один снаряд. Минута. А, кстати, арта у них где-то на базе. На базе где угодно, но точно. Может, на правом фоне, ни хрена его знает. Кто там? Тигр. Тигр, по идее, далеко не должен был уезжать. 50 секунд. Идет. Ну так, ничего, бой получился. Серега, тоже на стоково летаешь. Алексей пошел 5 голды забрать. Понял. Ильдар Гизатов, по поводу проекта Драбкина в ОВ. Мне 33 года, слушаю каждый день и поражаюсь героизму и патриотизму. Спасибо, что посоветовал. Пропагандирую в массы это сокровище, а не проект. И императору послушать. Ильдар, да, все правильно, да. Это... Ага, мастер. Мастер, фломастер. Калибры выдали. Главное, что победили. По ассисту так себе, а так-то, в общем-то, нафигачили. Такой неплохой бой. Можно было еще и Фадина заработать, но хорошего понемножку.